при конкретизации дошли до того, что мы оказались старыми знакомыми, и в итоге обменялись телефонами. Да, конкретно мы планировали путь, который будет связан, может быть, с машиной. Вот, допустим, когда первоначально надо рассказывать случай, я представлял, что это было в Астане, да? Когда начали задаваться вопросы, оказывается, это было в городе Кокштан, это было в районе там такого-то рынка, такого-то это конкретно, и оказывается, что мы оба оттуда, и мы когда-то давно пересекались, и вот сейчас мы пересеклись. За это фашисты и расстреливают.